главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. Депутатский игнор. Почему народные избранники не хотят работать? Мусорный безвиз. Кто откроет границы для львовских отходов? Рейдерство или дырявые законы. Как участника АТО пытаются лишить жилья в новострое? После кровавых разборок в Олевске, Житомирской области, начались кадровые чистки. По крайней мере, генпрокурор Луценко уволил зампрокурора Красинецкой местной прокуратуры. Причина – неудовлетворительная работа как раз по делу о перестрелке в Олевске. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь генерального прокурора. Напомню, ночь на понедельник в центре города произошла перестрелка между местными жителями и приезжими из Львовской области. Один человек погиб, шестеро получили ранения. Один из них тяжелые. Это Виталий по кличке Тюрьма. Полиция говорят, именно он организатор разборок и по-прежнему придерживаются версии о бытовом конфликте. Но местные жители в это не верят. Многие уверены, гастролеры из Львовской области, которые и начали перестрелку, занимались янтарным промыслом. В то же время начальник полиции Житомирской области на своей странице в Facebook сообщил, что уже установлены личности 30 участников конфликта. А вот сколько из них задержаны и кто эти люди, пока неизвестно. В Запорожье задержали прокурора-наркоторговца. Об этом также на своей странице в соцсети сообщил генпрокурор. А в СБУ рассказали подробности. В своей квартире прокурор устроил банальный притон. Он не только сам употреблял марихуану и метамфетамины, но и привлек к этому своих подчиненных. Охотно продавал наркотические вещества и наркозависимым. Во время обыска в жилище и по месту службы были найдены наркотики. Обыски провели и у одного из коллег задержанного, а также лиц, возможно, причастных к этому незаконному бизнесу. По делу поджога студии подробностей уже опрошены более 50 свидетелей. Об этом в своем официальном письме Международной федерации журналистов сообщила Генпрокуратура Украины. Кроме того, на месте происшествия провели 11 осмотров и назначили 12 судебных экспертиз. Также в письме отмечают, следователи принимают все необходимые меры для того, чтобы установить, кто именно совершил поджог 4 сентября прошлого года. Базово якісь дуже брутальні випадки порушень прав журналістів або мас-медіа, вони перебувають на контролі міжнародних журналістських організацій. Це такі випадки, як вбивства журналістів або як підпали національного телеканалу «Інтер». Якщо не покарані ті, хто перешкоджали діяльності національного телеканалу, то, відповідно, в будь-який момент може ця спроба бути повторена. Звичайно, ми б хотіли, щоб були встановлені і замовники, і виконавці, і взагалом були покарані винні в цьому злочині. Бо, очевидно, якщо безкарність, вона провокує безкарність. Не хватает депутатов. Такой итог сегодняшнего дня в парламенте. И утреннее, и вечернее заседание пришлось закрывать досрочно из-за пустых кресел в сессионном зале. И это-то в разгар рабочей недели. Почему народные избранники не ходят в здание под куполом и почему повестка дня для них не так уже важна? За работой депутатов сегодня наблюдала и я. Всю неделю в Раде только и приходится считать отсутствующих депутатов и количество провальных голосований. Четверг – традиционно день депутатской мобилизации. Но сегодня и этому принципу изменили. Есть там, может, там 5-6 питань дійсно вагомих, але, на превеликий жаль, скажем так, це пов'язано, напевно, з тим, що депутатів мало, мало рішень проходить, і тому мало рішень взагалі ставлять на розгляд. Все, что удалось, так это ратифицировать Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов. Голоса с трудом, но нашли. Метою законопроекту є підвищення рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом, приведення норм національного законодавства України у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу. Санные попытки Рада разрешила военным других стран принимать участие в учениях на территории Украины. А еще депутаты урегулировали деятельность службы по делам детей. Правда, тоже с 10-й попытки. Еще одно голосование. Я ще раз поставлю. Всі чогось раптом рванули в Америку на інаугурацію. Це важлива подія для Сполучених Штатів Америки і для світу, але я думаю, своя держава має бути важливіша. Я вважаю, що сьогодні був прийнятий один дуже добрий закон.
Це закон про відновлення кількості людей, які будуть працювати у службах у справах дітей. А служба у справах дітей, для вас, щоб ви розуміли, це насправді адвокати дітей. Сесійний зал нардепи попросту ігнорують. Що в коаліції недобор, що в малих фракціях і групах відсутствують нардепи. Без голосів фракції «Батьківщина» або «Самопоміч», які не входять в коаліцію, тут жодне рішення не проходить. Головуючий змушений десятки разів ставити на повторні голосування і переголосування. Ну, це свідчить про одне, що фактично коаліції вже не де-факто, ні де-юре не існує, і це вже продовжується декілька місяців. Що далі буде з складом парламенту, мені важко сказати, бо дві найбільші фракції бояться як вогню будь-яких дострокових виборів. Дійсно прикро, але, мабуть, по проробям купаються. Сьогодні ж врешті-решт водохреща. Ну, нічого. Найголовніше, нехай все погане залишиться в цій п'ятій сесії. І сподіваюся, що наступна шоста сесія буде більш продуктивніша, адже дуже багато викликів сьогодні і перед економікою України. Депутати замість роботи для власних громадян поїхали хто в Давос, хто в Нью-Йорк, хто в Вашингтон. Вже початок січня показав, наскільки велика інфляція, наскільки зростають ціни. Ми будемо наполягати і кожен пленарний тиждень будемо починати з того, що потрібно переглянути бюджет, потрібно переглянути в частині зменшення витрат на поліцію, прокуратуру, інші органи і збільшення виплат пенсій. Им бы еще день продержаться. Завтрашний, пятницу, которая славится куда меньшей посещаемостью. Впереди у депутатов две недели перерыва. Еще в декабре прошлого года они сократили себе количество рабочих дней в январе. А сегодня и до трудовых часов добрались. Уже в обед депутатов было настолько мало, что и голосовать некому. Заседание второй день подряд закрыли досрочно. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Создать временную специальную комиссию, которая даст оценку закону о спецконфискации, требует лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Он уже внес соответствующий проект постановления в Верховную Раду. Закон о спецконфискации, по мнению Каплина, не что иное, как средство для Народного фронта шантажировать коалицию. Документы, которые выносят на рассмотрение парламентариев, содержат риски и заставляют каждого украинца переживать за свое имущество. Нужен закон, который будет наказывать коррупционеров, но не помогать им набивать карманы, считает Сергей Каплин. Единственная мета у принятия этого закона – озброить в чергове Авакова дополнительными правовыми инструментами для того, чтобы здійснювати противоправну неправовую деятельность в стране. Займатися далі рейдерством, далі грабувати великий, малий і середній бізнес, далі розправлятися з опозицією чи з тими народними депутатами і політиками, які критично налаштовані по відношенню до мафії Яценюка. Цей закон, який вимагає Народний фронт, приймається виключно для двох речей. Перше – почати черговий переділ власності в країні, знову кинути країну в прірву конфліктів, судових спорів, вбивств, розправ. І друге завдання – збагатити Народний фронт і інші членів коаліції на чергові мільярди, відібравши їх у роботодавців, відібравши їх у бізнесу. В Харьковском госпитале умер украинский боец. По неофициальным данным, которые просочились в прессу, солдата-контрактника жестоко избили по месту службы в Луганской области. Но кроме следов избиения, у парня обнаружили ожоги пищевода. В Харьков его доставили на вертолете без сознания. 9 дней врачи боролись за жизнь бойца, но так и не спасли. Наши корреспонденты разбирались в этой трагедии. Об умершем бойце военная прокуратура дает очень скудные сведения. Известно лишь, что это Роман Николайчук. Ему 34 года, старший солдат, контрактник. Призван в 2016-м из Хмельницкой области. Служил в АТО в Луганской области. Военный прокурор перечисляет травмы, с которыми бойца доставили в Харьковский госпиталь. Закрыта черепно-мозговая травма, закрытый перелом кисток носа, рвана забійна рана левой ушной раковины, множинные забои м'яких тканин, грудной клетки, химический опек стравоходу, шлунку и верхних дыхальных шляхов. Спасти военного не удалось. Как и узнать, при каких обстоятельствах Роман Николайчук мог получить такие травмы? Військових лікарів є тільки травми, характер травми і все. А як воно може отримати і в ході бойових
дій, а також і в ході побутових сварок. В СМІ просочилась неофіційна інформація, якоби пострадавшого жорстоко збили по місту служби, після чого він по каким-то причинам напився уксуса. Офіційно цю версію військові не підтверджують. Дескать, боєць в сознание не приходив і розказати, що з ним произошло, не мог. Опіки можуть бути і в результаті слізогонного газу, і також під час там, можливо, там якогось там газу, або атак, в тому числі і побутовий речовний під час розливу її. І, ну, є газові гранати, вони теж можуть їх опіки отримати. В поліції вже відкрили уголовне производство по статті посягательства на життя військовослужащого. Назначені експертизи. Проверку проводить воєнна прокуратура Луганського гарнізону. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробності, телеканал Інтер, Харків. Инвесторы жилищного комплекса «Новохвыля» оказались на крючке новых аферистов. Квартиры в одном из долгостроев скандального застройщика Войцеховского перепродали вместе с жильцами. В списке жертв – бойцы АТО, пенсионеры и молодые семьи. Чем обернулась для них покупка квадратных метров в одном из самых дешевых комплексов столицы, выясняла Наталья Савченко. Так, сейчас мы заходим в мою квартиру. Пока еще мою, я надеюсь. Однокомнатную на Харьковском шоссе комбат 10-й штурмовой бригады подполковник Кожуховский купил перед тем, как отправиться в зону АТО в конце весны 2016-го. Комната, прихожая, санузел и балкон. Маленькие, всего 27 квадратов, зато свои, говорит кадровый офицер. На другую квартиру, на более лучшую, у меня просто не хватало денег. Цена ее составила 455 тысяч гривен. Я увидел документы разрешения на строительство, документы на землю, и тут уже дом был заселен частично. Во время ротации наведался в новое жилище и узнал, с декабря его квадратные метры принадлежат некой компании ТБС. Они внесли незаконные изменения в нотариальный реестр властников Майна. То есть, по сути, я сейчас уже не являюсь собственником своей квартиры. Если у меня эту квартиру отберут, я бомж. Вместе с подполковником Кожуховским жертвами аферы стали жильцы еще 52 квартир в ЖК «Новохвыля». Усі наші квартири ночі, ви можете продивитися час, який заносилися в реєстр, ночі оформила Буряк Оксана Анатольевна. Люди на вулиці. Это один из долгостроев, сбежавшего в Россию Анатолия Войцеховского. Из-за отсутствия документов на строительство город не принимает здание на баланс. Поэтому перебои со светом и отоплением здесь не редкость. Еще в апреле на этот и другие объекты скандального застройщика наложили арест, что не помешало частному нотариусу Оксане Буряк за один день зафиксировать имущественные права на 52 квартиры за одной и той же компанией ТБС. В реестре и сейчас отсутствуют некоторые обязательные документы. Не было предоставлено регистратору два обязательных документа. Это документ, подтверждающий, что жилой комплекс «Новохвыля» был введен в эксплуатацию, а также отсутствует документ, подтверждающий присвоение почтового адреса. Чтобы выяснить, на каком основании нотариус Буряк внесла новых собственников в официальный реестр, мы поехали в ее офис. Однако на работе нотариуса нет, нет и ее номера телефона у коллег. А вы можете дать мне номер? Нет. Компания ТБС, которая стала правообладателем 52 квартир инвесторов ЖК «Новохвыля», по документам находится здесь. Однако в администрации складов, которые находятся по этому адресу, нам сообщили, такого предприятия у них нет. Тут есть компания ТБС, зарегистрирована по адресу Щорса, 98, Белогородка. ТБС. Мы такой не знаем. В конце прошлого года полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Наказание, предусмотренное статьей, до 12 лет за решеткой и конфискация имущества. Обманутые жильцы намерены бороться за свои права до последнего. Они на нас нападают, кровь спускают. Некому только защитить имущество подполковника Кожуховского. В конце месяца его батальон снова уходит защищать Украину на восток. Вернется ли Кожуховский из зоны АТО в собственные стены или останется на улице, неизвестно. Наталья Савченко, Геннадий Аникеенко. Подробности, телеканал Интер. Детективы НАБУ обязаны расследовать растрату бюджетных средств, которые выделили на проект «Стена». Такое решение принял сегодня Соломенский райсуд столицы. Туда с жалобой на действия НАБУ обратились специалисты Бюро общественных экспертиз. Они провели свое расследование и установили, что госорганы через генеральных подрядчиков перечислили фиктивным фирмам более 69 миллионов гривен. А это 25% всех средств
выделенных в 2015-м на создание оборонительных сооружений на границе с Россией. Эксперты общественной организации обратились с заявлением в НАБУ, но там открывать уголовное производство отказались. О проблемах со строительством стены в Харьковской области сегодня заявила и глава обладминистрации Юлия Светличная. По ее словам, работы приостановлены, и главная причина – отсутствие денег. По словам Светличной, сейчас только поддерживают техническое состояние уже готовых сооружений. В то же время в Госпогранслужбе эту информацию опровергают и уверяют, в этом году на возведение защитных конструкций государство выделило 200 миллионов гривен. Сейчас работы, если и не ведутся, то исключительно из-за плохой погоды. Но как только снег растает, строительство обещают возобновить. Выполнение минских договоренностей накануне обсудили Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Владимир Путин. Во время телефонного разговора лидеры подчеркнули, необходимо немедленно добиться прогресса в освобождении заключенных на Донбассе и восстановлении водоснабжения на востоке Украины. Также они констатировали обострение ситуации вдоль линии соприкосновения на Донбассе и заявили, что трехсторонняя контактная группа работает недостаточно результативно. Стороны договорились приложить усилия для скорейшего обмена удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Крещение по-десантному. Чтобы окунуться в святую воду и соблюсти традиции, украинские десантники провели под Горловкой целую спецоперацию. Подробности расскажет Ирина Баглай. На линии огня в нескольких километрах от позиции боевиков десантники провели настоящую спецоперацию. Вырубили прорубь на водохреще. Трое из мальчиков уже когда стемнело вышли к озеру. Самое тяжелое было вырубить крест на ощупь. Ведь малейший отблеск света, и боевики открыли бы огонь. Самое главное, чтобы не услышали звук бензопилы. Один смотрит, чтобы там вспышки никакой не было, там звуки прислушиваются. Второй там чертеж, третий бензопила. Утром к проруби тоже не больше двух. Для всех это первое купание на крещение в зоне АТО. А для Руслана первое в жизни. В 2014 году было намного страшнее. Первый раз за всю страну, почему бы не попробовать? Ледяная вода им не страшна. Десантная служба закаляет, а те, кто прошел Донецкий аэропорт, знают, каким лютым может быть холод. Жутко замерзли в терминале. Тогда было минус 30, это был как раз конец ноября, начало декабря месяца. Там действительно было холодно. Маленькая буржуйка, возле которой вот так вот сидишь, ты обогреваешься, тебе тепло, отодвигаешься буквально на 30 сантиметров назад, ты уже чувствуешь, как у тебя начинает обмерзать лицо, руки. В рядах голубых беретов и девушки. На вид хрупкая, сильная духом. Алена в ВДВ уже 8 лет. И как у настоящего бойца, у нее всегда под рукой тревожный рюкзак. В нем все необходимое, в том числе купальник. Вот есть все, полотенце, ну и, конечно же, обязательно тельняшка. Он у меня стоит всегда собран, тревожный рюкзачок, то есть в любой момент я могу его взять с собой. У меня есть там все, от тапочек и заканчивая резинкой для волос. После купания горячая уха и на передовую. Тишина под Горловкой обманчива. Несколько дней назад наемники на линии соприкосновения задействовали и танки, и минометы. Они работают из-за посадки, и, насколько мы знаем, два танка их стояло. Ждали, они думали, что есть у нас танк. На живца выманивали. Они ловили, выманивали и били со всех стволов. Последний вражеский обстрел длился более 3 часов. Горизонт от вспышек орудий боевиков, говорят украинские десантники, полыхал. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Тем временем в Одесской области инвалидам-переселенцам с востока страны не до праздников. У них продолжается эпопея с жильем. Напомню, осенью от безысходности они самостоятельно заняли пустующую школу-интернат в селе Фонтанка. О том, как беженцы переживают нынешнюю далеко не теплую зиму, репортаж наших корреспондентов. Буквально несколько километров от Одессы, и вот та самая бывшая школа-интернат для трудных подростков. Минуя охрану, заходим сюда через вот такой проем в заборе. Точно так же в октябре на эту территорию попали и инвалиды-переселенцы. Варианты расселения, предложенные чиновниками, например, в одном из сел в 250 километрах от Одессы, не устроили. Дескать, там даже медпомощи не дождешься. Поэтому они живут здесь. Около 30 человек, инвалиды с родственниками. Зинаида Андреевна из Донецка занимает бывшую классную аудиторию. Главная проблема, говорит, в отсутствии воды. Ее приходится просить у местных жителей и носить в ведрах. Антисанитарные условия сильно плохие. Не помыться. Не постираться – это самое необходимое.
С трудом переселенцы наладили электроснабжение и отопление. Котельную помогли построить волонтеры. Счета и прочие нужды оплачивают сообща. Ежемесячно выходит по 500 гривен с одной семьи. У Василия Щербина из Луганской области эпилепсия. Дочь инвалид. Катастрофически не хватает денег на лекарства. Но мужчина не теряет присутствие духа. Надеюсь вернуться домой в этом году, хоть бы в конце года. А так не спеша, там еще бои идут, военное положение там, на востоке. Такие дела. По словам беженцев, немного помогают и районные власти, а вот областные о них забыли. Совпадение или нет, но сегодня практически одновременно с нашей съемочной группой к переселенцам приехали представители ОБСЕ и врачи местной амбулатории. Ну, я скажу, что условия, наверное, не соответствуют проживанию, не соответствуют. Узнав об условиях, в которых живут люди, жители Южного и села Фонтанка подняли шум в соцсетях. В результате сегодня переселенцам привезли теплые вещи, игрушки и продукты. Хочу сказать сразу для тех, кто считает, что кто-то не хочет работать, кто-то просто иждивенец. Люди действительно с ограниченными возможностями. Сами инвалиды говорят, здание ветхое, сырое и практически рассыпается. Поэтому нужен цемент, шпаклевка, обои и линолеум. Имеется в виду, если это где-то кто-то скажет, я привезу машину песка или еще чего-то, будем очень благодарны, потому что у нас большая квадратура, ее нужно ремонтировать. Найти переселенцев в Фонтанке несложно. Располагается бывшая школа-интернат по улице Степная, 13. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. 5 фур со львовским мусором задержали накануне на трассе Киев-Чоп. Грузовики, которые двигались в направлении столицы, остановили за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира. При проверке оказалось, что накладные оформлены с нарушением, а при досмотре в контейнерах обнаружили бытовые отходы. То, что перевозили именно мусор, водители не отрицали. Фуры сопроводили до границы с Киевской областью, где передали их киевским патрульным. Засветился львовский мусор и в Черниговской области на территории частного предприятия в Прилуках. На днях здесь выросла несанкционированная гора отходов высотой в 3 метра. Мусорные кучи по традиции обнаружили чеки со львовской пропиской. Действительно ли отходы привезли оттуда, сейчас выясняет полиция. Местные жители уверяют, накануне видели 5 грузовиков со львовскими номерами. Напомню, Черниговский горсовет отказался принимать мусор из Львова на местный полигон. И снова драка во львовском горсовете. Причина междоусобицы уже традиционная – мусор. Сегодня на экстренном заседании местные депутаты пытались решить проблему с вывозом отходов. В итоге предложили его экспортировать. Кто додумался до такого и какие страны готовы принять львовские отходы, знает Галина Якушка. В неочередную сессию городского совета мэр Львова Андрей Садовый начал с извинений. Мол, сожалеет, что в день крещения Господнего должны решать неприятный мусорный вопрос. Но Львов на грани экологической катастрофы. Накануне к такому выводу пришла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Мусорные баки переполнены, вывозить отходы некуда. В мэрии настаивают, если мусор некуда вывести, его нужно прессовать в брикеты. Это уменьшит объем отходов в 5 раз. Для каждого района города Львова мати перевантажувальну станцию, де можна перевантажувати наші відходи для того, щоб можна було їх безпечно транспортувати різними видами транспорту на різні віддалі. Нам необхідно мати для кожного району міста Львова відповідні брикетувальні установки. Для покупки пресов мер Львова Андрій Садовий просить у депутата всього каких-то 97 мільйонів гривень з городського бюджету. Согласно, не всі. При тим ми виділили порядка 100 мільйонів. У нас є реальний прорахунок, ми вже засадили там 5 якісних стадіонів вивіз сміття. Це проблема менеджменту Львівської міської ради. Андрій Іванович яскравий політик. А таких господарник громада бачить. Но мэр, не обращая внимания на негодование депутатов, выносит вопрос в зал, и большинство голосует за. Как раз в этот момент в сессионный зал врываются активисты. Около 30 человек. Они против того, чтобы мусор прессовали рядом с жилыми массивами. Между общественниками и охраной горсовета завязывается потасовка. Люди в відчаї, небудь буде самоспалені, буде все. Ми будемо перекривати дороги, железні дороги. То мусить дойти до президента, нехай дивиться весь світ, якого ми маємо доброго мера. Як він
дбає про людей і про місто. Мері, депутати та активісти поспішно збігають через чорний вихід. А через час Андрій Садовий зазиває в своєму кабінеті прес-конференцію, ділиться грандіозними планами. Спресований в брикети мусор збирається вивозити не тільки на полігони по Україні, але й за рубеж. Мол, його колеги мери польських городів уже согласні. Сміття можна грузити в вагон, вантажити будь-де. Можна возити нормальну фуру, не знаю, вести за кордон. Ваше сміття з вашої домівки запакуємо, відвеземо його в Рослав, наприклад. Там нормально його перероблять, захоронять. Ну, для того, чтобы львовский мусор получил загранпаспорт, нужно разрешение официального Киева. А пока, по идее Садового, отходы будут прессовать в 4 районах Львова, в том числе в микрорайоне Ресное. Пресс установили несколько месяцев назад, но так и не запустили из-за протестов. И не факт, что теперь удастся. Активисты, которые сегодня пообещали пойти на крайние меры, как раз жители Ресного. Галина Якушко, подробности, телеканал Интер, Львов. А в Закарпатье поймали банду автоугонщиков. Преступники по меньшей мере несколько месяцев воровали и разбирали на запчасти чужие машины. Если украсть железного коня не получалось, из него вытаскивали все, что удалось отвинтить. Участники банды – молодые парни, которым даже не было 25 лет. С подробностями наши корреспонденты. Автомобильный кузов, двери и мотор – все, что осталось от нескольких угнанных «Жигулей». Эти запчасти теперь вещдоки и хранятся на полицейских складах. Власник лише перед тем забрал ее из ремонта, то есть машина в идеальном состоянии, відремонтована, помальована. Вот что от нее осталось. Воры специализировались на российских ВАЗах, говорят, их легче всего взломать. Выкрадали автомобили шляхом подбора ключей. Разумеется, хлопцы на машинах, подбирали ключи, відмикали. В банде угонщиков были 5 человек, все местные, парням 22-23 года. Руководил ими бывший заключенный, который отбывал срок как раз за кражу автомобилей. Прошлым летом вышел на свободу и взялся за старое. Когда бандитов задержала полиция, один из них оправдывался, дескать, пошел на криминал, потому что зимой работы не было. Первые угоны сошли с рук и легкие деньги затянули в криминальный омут. Я начались первые машины, а потом после нового року я уже дома был. Праздник. То пришлось перед на праздник. Орудовала банда в Ужгородском районе около 2 месяцев. На одной угнанной машине зарабатывали около 5000 гривен. Кузова от автомобилей сдавали на металлолом, запчасти продавали. Полиция пока доказала 9 угонов. В нескольких случаях удалось найти потерпевших, но те с журналистами говорить не хотят. Не-не-не, я против, я не хочу. Вибачте. Машина не совсем в нормальном состоянии. Угонщикам теперь грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, хотя под стражей на время следствия суд не оставил ни одного из членов бандформирования. Все под домашним арестом. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Бизнес убегает. Останется ли Лондон одной из мировых финансовых столиц? Под прикрытием, кого немцы подозревают в шпионаже. За день до инаугурации, чем живет столица США. Получение очередного транша от МВФ – вопрос открытый. Директор фонда Кристин Лагард подчеркнула, Украине еще предстоит выполнить ряд условий. Она встретилась с президентом Порошенко на Всемирном экономическом форуме. Получит ли Украина в ближайшем будущем очередной миллиард долларов от МВФ и как прошел этот день в Давосе? Расскажет Светлана Чернецкая. Сегодня, в третий день Всемирного экономического форума, состоялась едва ли не самая важная встреча для украинской делегации. Президент Порошенко поговорил с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. Главный вопрос на повестке дня – получение очередного транша на сумму миллиард долларов. Раньше и президент, и министр финансов уверяли, деньги от фонда поступят на счета уже в начале февраля. Но Лагард подчеркнула, Украине еще предстоит выполнить ряд условий. У меня есть все основания верить в то, что последние несколько технических деталей будут утрясены в последующие несколько дней. Наши команды будут сотрудничать и надеюсь, что все требования будут выполнены и решение по траншу будет принято. Впервые в нашей истории Украина выполнит все требования по меморандуму МВФ третий раз подряд. Я абсолютно уверен, что Украина удовлетворит все критерии. Мы с радостью работаем над следующим этапом нашего сотрудничества.
Масштабную поддержку Украине сегодня пообещал и Международный комитет Красного Креста. Во время встречи с Порошенко президент организации Петер Маурер заверил, что привлечет более 60 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. И это станет одной из самых масштабных финансовых операций Красного Креста в мире. Кроме этого, новоизбранный генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутьерреш и премьер Нидерландов Марк Рютте заверили украинского президента в полной поддержке территориальной целостности Украины. Глава правительства Голландии, в частности, заявил, что сделает все возможное, чтобы ратификация соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоялась как можно быстрее. Ну а сегодняшнее утро в Давосе началось из украинского завтрака. Кто принял участие в этом традиционном мероприятии, каким видят будущее Украины наши западные друзья, предлагаю посмотреть в моем сюжете. В 7 утра гости Всемирного экономического форума в Давосе собираются на украинский завтрак. Дипломаты, чиновники и эксперты со всего мира за чашкой кофе узнают последние новости из Киева, анализируют услышанное и прогнозируют, что же будет дальше. Этой традиции уже 11 лет. Несмотря на то, что всегда было так сложно, но всегда была какая-то определенность, мы понимали, что, в общем-то, Запад наш партнер и все. А сейчас, как никогда, беспрецедентная неопределенность. Мы не понимаем, и западный мир сам не понимает, где он находится, что он из себя представляет, существует ли один западный мир или это несколько, Европа, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки. И, в общем-то, поэтому было очень важно сегодня немножко порассуждать с такими, очень важными людьми, очень информированными людьми. Главные гости завтрака – бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и экс-министр обороны США Роберт Гейтс. Они поделились присутствующими своим видением будущего Украины. Мы все пришли к выводу, что сейчас для Украины важнее всего сфокусироваться на воплощении реформ, ускорить этот процесс, избавиться от коррупции очень важно и в плане экономического роста, и в плане того, как другие политические фигуры воспринимают Украину. Рассуждали и о последствиях смены власти в США для Украины. Станет ли Киев разменной монетой в налаживании отношений между Америкой и Россией? Если Америка решит пожертвовать Украиной в угоду дружбы с Россией, это точно не вернет ей былое величие, как того хочет Трамп. Напротив, этот шаг покажет, что США очень слабые. Во-первых, потому что это будет капитуляция перед Россией, а во-вторых, потому что друзья США начнут сомневаться, могут ли они им доверять. После выхода в Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука, в которой он настаивал на необходимости болезненных компромиссов с Россией, зазвучали призывы бойкотировать Давосский завтрак. Но украинские политики все же приехали. Говорят, нельзя упускать возможность пообщаться с влиятельными людьми с Запада, готовыми оказывать поддержку. Важливо так само нагадувати, наприклад, Девіду Кемерону, що він був прем'єр-міністром Британії в момент, коли Росія напала на Україну. І що його попередник Джон Меджер підписав Будапештський меморандум, який гарантував Україні цю безпеку і цю недоторканність кордонів. І, звичайно, варто нагадувати про невиконані зобов'язання європейських політиків перед Україною. В целом позавтракать по-украински собралось около 150 человек. Дальше все разбежались по встречам. Это предпоследний день Всемирного экономического форума. Светлана Чернецкая, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер из Давоса, Швейцария. В Давосе сегодня устроили овации Терезе Мэй. Британский премьер убеждал бизнес-элиту, что Лондон остается мировой финансовой столицей и что в английскую экономику стоит и дальше инвестировать. Глава правительства была весьма убедительна, но поверили ли ей? Оксана Кундеренко подробнее. Лондонский Сити, мировой финансовый центр номер один, золотая квадратная миля. На этом пятачке небоскребов сконцентрировано больше денег, больше финансовых потоков, чем где-либо в мире. И вот теперь есть риск огромного оттока капитала. Утратить статус мировой финансовой столицы для Лондона вполне реальная перспектива. Жесткий план по выходу королевства из ЕС предполагает и потерю европейской зоны свободной торговли. Естественно, большой бизнес начал паковать чемоданы. В мегаполисе так сильно разволновались, что отправили премьера в Давос убеждать бизнесменов остаться. Я здесь, чтобы подтвердить нашу открытость и готовность к сотрудничеству. Но некоторые глобальные компании играют по своим правилам. Сегодня важно продемонстрировать лидерство в бизнесе и честную игру.
Слова словами, но на деле картина печальная. Уже сейчас крупнейшие банки и финансовые корпорации переводят сотрудников из лондонских офисов. Goldman Sachs 1000 человек во Франкфурт, Банк США 3000 в Нью-Йорк, швейцарский UBS и гонконгский HSBC по 1000 сотрудников в Париж. Я 30 лет приезжаю в Давос и слушаю политиков. И после этого выступления все равно задаю себе вопрос, если я инвестирую в Британию, получу ли я прибыль? Думаю, что скорее да, чем нет, но не сразу. Усилия Мэй на мировом экономическом форуме приветствовали. Конечно, Лондон подпишет новые соглашения о торговле и сотрудничестве с каждой страной со временем. А время, как известно, деньги. Терять прибыли никто не хочет. Некоторые компании готовятся до четверти сотрудников из Лондона вывести, так что в перспективе элитные офисы Сити будут пустовать. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. В Лондоне закончились слушания по делу долга Януковича. Высокий суд Англии 3 дня рассматривал доводы России и Украины касательно кредита на 3 миллиарда долларов, которые в последние месяцы правления взяло у Москвы правительство Николая Азарова. Представитель украинской стороны напомнил судье о том, что Россия в 2013-м угрожала Украине торговой войной и поддержкой сепаратизма в случае ассоциации с ЕС. Представители РФ называют доводы Украины необоснованными и требуют возврата долга с процентами, а также возмещения судебно-юридических расходов. Судья по делу Уильям Блэр взял время на вынесение решения, сколько именно, не уточнил. В суд Вильнюса вызывают экс-президента СССР Михаила Горбачева. Политика планирует допросить по делу о столкновениях возле телебашни в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщил председатель судейской коллегии Литвы. По словам судьи, повестка была отправлена по почте на адрес фонда Горбачева. В суд вернулось уведомление о том, что адресату лично вручили послание 28 декабря 2016 года. Сам Михаил Сергеевич заявил российским СМИ, что никаких уведомлений не получал и никуда не поедет, поскольку ничего нового сказать не может. Напомню, в Литве в ночь на 13 января 91-го в результате действий советских военных возле телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек. Сотни получили ранения. А в Германии назревает международный скандал. Турецких имамов, которые живут в стране, подозревают в работе на Анкару. Какую же информацию они собирали, расскажет Татьяна Лагунова. Имамы, а по совместительству еще и шпионы, немецкие политики подозревают членов Турецкого исламского союза, религиозных учреждений в работе на Анкару. Есть данные, что некоторые имамы тайно собирали информацию о проживающих в Германии противниках президента Эрдогана и передавали эти сведения властям Турции. Организация, которую подозревают в шпионаже, крупнейшая турецкая религиозная община в Германии. Ее деятельность курирует и финансирует Анкара, а именно Государственное управление по делам религии. Это учреждение, подозревают немецкие политики, после попытки путча в Турции дало распоряжение имамам собирать информацию о сторонниках проповедника Гюлена, что они прилежно и делали. По предварительным данным, шпионажем в пользу Турции занимались как минимум десятки человек. Группа депутатов Бундестага уже подала заявление в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело. Пока что против неизвестных. Имен не называют специально, чтобы подозреваемые не покинули Германию. Делом имамов-шпионов займется и сам Бундестаг. Этот вопрос рассмотрят на специальном заседании. Некоторые депутаты уже заявили, если подозрения в адрес имамов подтвердятся, их необходимо выслать из страны. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое бюро телеканала Интер. Санкции против Российской Федерации ввели из-за Украины, а не из-за ядерной проблемы. Так, на своей последней в качестве президента пресс-конференции Барак Обама прокомментировал предложение Дональда Трампа снять ограничения в обмен на снижение ядерного потенциала. Президент США подчеркнул, Москва посягнула на независимость и суверенитет Украины и продолжает это делать. Введение санкций, по мнению Обамы, хороший пример того, как США должны защищать нормы и ценности демократии. В то же время, само по себе возобновление переговоров по сокращению ядерного арсенала Обама приветствует. Россия продолжает оккупировать украинские территории, вмешивается в дела Украины и поддерживает боевиков. Вот когда Москва перестанет это делать, санкции могут быть сняты. Это не только в интересах США, это в интересах сохранения основополагающих международных норм и прав.
О недоверии России и отсутствии причин для отмены антироссийских санкций заявила и кандидат на должность постоянного представителя США в ООН Ники Хейли во время слушаний в Комитете Сената. По ее словам, Федерация продолжает играть мышцами на международной арене, и с ней нужно быть крайне осторожным. А прежде чем снимать с Москвы ограничения, нужно дождаться от нее конкретных положительных действий. Хейли также отметила, что Крым для нее остается неотъемлемой частью Украины. Новая администрация президента США должна показать России, за что мы стоим и против чего. Мы должны дать понять, что не считаем нормальным то, что произошло с Украиной, с Крымом, и то, что сейчас происходит в Сирии. Но также должны сказать, что нам нужна помощь России в борьбе с ИГИЛ. Сутки до смены власти. В Вашингтон сегодня слетаются тысячи гостей, приглашенных на инаугурацию Дональда Трампа. Что сейчас происходит в американской столице и какие рекорды уже успел установить новый президент? Дмитрий Анопченко об этом подробнее. Сегодня последний день, когда туристы еще могут пройти к главным достопримечательностям Вашингтона. И Белый дом, и здание Конгресса ограждены металлическими сетками, на улицах очень много полиции. Но команду полностью перекрыть центр города силовики получат лишь сегодня ночью. После чего к месту проведения инаугурации можно будет попасть только по пригласительным. Пока же те, кому не повезло их получить, делают фотографии на фоне масштабных приготовлений. Угрозы массовых протестов заставили максимально усилить меры безопасности, причем часть из них специально не разглашается. Инструкции дадут лишь в последнюю минуту. Дональд Трамп все последние дни работает над инаугурационной речью, причем пишет ее сам без помощи спичрайтеров, взяв за основу те выступления, которые были во время присяги Кеннеди и Рональда Рейгана. Как это происходит, как он работает, он даже фотографию у себя в Твиттере вывесил. С пометкой «Жду пятницы». Снимок сделал кто-то из детей, и он не постановочный. В своем имении Мар-а-Ларго во Флориде Трамп действительно провел очень много времени за подготовкой речи. С момента избрания все, что с ним происходит, новый президент Америки сообщает вовсе не в новостях, а в социальной сети, набрав благодаря этому рекордное количество подписчиков. За последние месяцы их число удвоилось. На днях был пройден рубеж в 20 миллионов человек, а сейчас фолловеров еще на 300 тысяч больше. Трамп пишет сам, в среднем каждый день по 6 сообщений, и в последнее время каждому из них такое внимание, что даже несколько слов способны обвалить чьи-то акции или стать заголовком для мировых СМИ. Учитывая, что уже завтра вместе с ключами от Белого дома ему передадут и пароли от официального твиттера президента Соединенных Штатов, а там 13,5 миллионов подписчиков, Трамп может стремительно ворваться не только в топ мировых политиков, он это уже сделал, но и в топ самых читаемых людей во всемирной паутине. А вот свой знаменитый лозунг «Make America Great Again» – «Сделаем Америку снова великой» – он со временем намерен поменять. И причем уже придумал другой. Признался прессе, использует его, когда будет баллотироваться на второй срок. При этом он действует как настоящий бизнесмен. Каждую фразу сразу же регистрирует как торговую марку. Это значит, противники без разрешения не могут ее использовать, то есть цитировать. А выпуск сувениров с ней будет приносить дивиденды. Этой осенью во время агитации на футболки и кепки со своим лозунгом Трамп потратил больше денег, чем ушло на рекламу на телевидении, зарплату политконсультантов и на все соцопросы вместе взятые. Из-за этого над ним смеялись, но результат такого политического маркетинга мир увидит уже завтра. Во время инаугурации 45-го президента Америки. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Как минимум 30 человек оказались под многотонным снежным покровом в горах Италии. Их судьба пока неизвестна. Спасательные работы продолжаются до сих пор. О жертвах и причинах трагедии далее в сюжете. Из-под огромного завала едва виднеются крыша и верхние этажи отеля. Там внизу остается как минимум 30 человек. Их судьба до сих пор неизвестна. На месте схода огромной лавины работают спасатели. Затаив дыхание, мы все продолжаем следить за произошедшим. Я видел кадры, на которых спасатели уже добрались к месту трагедии. Это свидетельствует об их чувстве долга. Мы видим, как они исполняют его в суровых условиях.
Первыми о трагедии сообщили постоялец и работник отеля. Когда все произошло, мужчины были на улице. Лавина чудом их не задела. Напора снежной массы не выдержали стены здания. Сам отель сместился почти на 10 метров. Уже позже сейсмологи рассказывали, лавина, похоронившая ночью под собой людей, сошла через несколько часов после землетрясения. Оно произошло в горном массиве Гран-Сасо, расположенном в центральной части Италии. Спасатели добрались до места трагедии лишь на рассвете. Как сообщают итальянские СМИ, несколько человек успели отправить текстовые сообщения с призывом о помощи. В украинском МИДе говорят, что украинцев среди пострадавших или пропавших нет. Через короткий час повідомила префектура міста Пескара, власне, в цій околиці знаходиться готель, що серед гостей готелю та його співробітників іноземців немає, а отже і немає громадян України. Точное количество жертв, как и число выживших, до сих пор неизвестно. Спасательные работы продолжаются. Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер. 30 пожарных погибли в Иране. Во время тушения огня обрушился один из старейших небоскребов Тегерана. 17-этажное здание буквально рассыпалось на части, когда огонь добрался до верхних этажей крыши. Под завалами оказались около 300 человек. В здании находились посольства Турции и Великобритании. Всех работников дипмиссий эвакуировали в многоэтажку. Построили еще в 60-е годы прошлого века. Причина пожара пока неизвестна. Здание разрушено полностью. Я слышал, больше всего пострадала первая команда пожарных, которая прибыла на место происшествия. Много раненых, кто-то упал с высоты, много погибших. В небоскребе были охранники, которые работают в ночную смену. Люди видели, как на них падали обломки, когда они пытались выбраться. Как в Париже встретились Трамп, Меркель и Путин? В какой пикантной ситуации оказалась Дженнифер Лопес? И почему Бундестаг проголосовал за легализацию марихуаны? Об этом вы узнаете из нашего обзора. Дональд Трамп встретился с Меркель и Путиным в Париже. Правда, все участники переговоров восковые. Рядом тройку лидеров установили в музее Гревен в Париже на бульваре Монмартр. Восковой Трамп здесь в красном галстуке. Создавали копию избранного президента США в кратчайшие сроки, всего за 2 месяца. Скульпторы до последнего были уверены в победе Хиллари Клинтон. Также руководство музея решило оставить в коллекции Барака Обаму. Немецкий Бундестаг легализировал марихуану в медицинских целях. Соответствующее решение парламентарии приняли сегодня. Вопрос легализации каннабиса обсуждался в Германии несколько лет. За выступала оппозиция, зеленые и левые. Медики объяснили, марихуана помогает пациентам избавиться от тошноты после химиотерапии. Возвращает аппетит и снижает симптомы рассеянного склероза. Все это, конечно, если употреблять травку умеренно. Скандал на открытом чемпионате Австралии по теннису. Комментатор в прямом эфире сравнил американскую теннисистку Винус Уильямс с приматом. Сказал буквально следующее. Вы видите, как Винус включает эффект гориллы на приеме. В соцсетях такие высказывания назвали ужасными для 21 века. Телеканал ESPN, на котором работает Острослов, и организаторы турнира пока отмалчиваются, очевидно, в ожидании сурового наказания. Дженнифер Лопес не повезло на церемонии награждения People's Choice Awards. У звезды порвалось платье. Лопес вышла на сцену в бархатном наряде из коллекции 2017-го. Но пока позировала на красной дорожке, разошелся шов на спине под рукой. В разорванном платье артистке пришлось выходить на сцену и произносить речь. Лопес победила в номинации «Любимая актриса криминального телесериала». Минимум 110 тысяч долларов за обнаженную Кейт Мосс хотят выручить организаторы аукциона в Лондоне. Это стартовая цена золотой статуи супермодели на торгах Сотбис. Автор шедевра – британский художник и скульптор Марк Квин. Свое детище он назвал «Сирена». Весит оно 50 килограммов. Это самая большая золотая статуя со времен Древнего Египта. На аукционе планируют выручить за нее не меньше 1,5 миллиона долларов. Обезьяну, которая умеет пилить, отыскали в дикой природе журналисты BBC на острове Калимантан. Примат научился осознанно распиливать ветки. Долгое время орангутанг наблюдал за работой строителей неподалеку и начал повторять за ними. Мало того, иногда даже стряхивает с веток опилки, чтобы разглядеть результаты своей работы. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua, а уже завтра, после новогодних каникул, в эфир возвращается информационный вечер с Алексеем Лихманом. А это значит, что сразу после подробностей вас ждет политическое ток-шоу «Черное зеркало». Я же желаю вам хорошего вечера и до встречи.